Друзья, это Киев, это Европа, 21 век. Сука Путин, сука ты освободил людей. Rus ordusu tərəfindən Kiyev şəhəri raket atəşinə tutulub. Bu barədə deputat sosial şəbəkələrdə video görüntü paylaşıb. Bura artıq Kiyevin hansısa vilayəti deyil. Bura paytaxt Kiyevin özüdür. Megapolisdir, Avropadır. Ukraynalı deputat hadisə yerindən Putinə ürək sözlərini çatdırıb. Друзья, это Киев, это Европа, 21 век. Сука Путин, сука, ты освободил людей от их дома. Посмотрите, что происходит. Просто посмотрите. Ударная волна была такая, посмотрите на эти машины, и сейчас горит дом. Еще раз, друзья, это город Киев, это наш мегаполис. Он просто убивает людей, это просто террор против людей.